Добрый день. Очередная задача. Обеспечили с помощью процедуры. Так, ну и сначала выполняем, как обычно, Паскаль. Единственное, я воспользуюсь предыдущей задачей, где мы описывали функцию, и поменяю то, что необходимо сделать для выполнения данного условия задачи. Так, нам понадобится еще здесь C1. C3. Так, дальше меняем процедуру. Имя пусть оставим то же самое. Так, ввиду того, что процедура не вычисляем, величина, выбираем тип вычисления. Так, и нам понадобится переменная p для вычисления этого материала. Причем делаем его параметром переменной. То есть n вычислений до n материала, n первого материала называем параметром значения, а это параметром переменной. Так, для того, что параметр переменной есть, тип выбираем. Так, и выбираем присвоение имени функции значения. Так, дальше. Здесь у нас меняется следующий требует. Описываем процедуру. Так, первое, что нам надо сделать, написать n, ну, значение написать оптический параметр C1. Так, сейчас копируем. Так, здесь нам нужно посчитать ПВМ. Соответственно, C2 будет. Так, здесь ставим. Здесь нам понравилось. Так, ну и вместо функций вставляем вычисленные значения с помощью процедуры. Так, вот мы это проделали. Запускаем заново. Если нет ошибок, нам покажет год. Ну и чтобы проверить правильность, то есть результат у нас получился точно такой же, как в предыдущих видео, задача на функции. Так, следующее действие я тоже долго делать не буду, потому что ход тот же самый. Изменим цели. Меняем, что было раньше. Еще. Так, единственное, перенести. Сюда. А это сюда. И у нас вычисляется значение. Так, вот в чем у нас будет заключаться. Второй этап – это то же самое выполнить цели. Так, ну и последний этап – это опорная задача. Меняем условия задачи. Меняемся. Так, меняем. Thank you.
программу. Так, и поменяем следующее. Так, что-то расширим. Так. Вниз мы опустим это вниз. Процедура для выполнения. Так, ну и здесь тоже написано. То, что раньше было у нас. В данном варианте для данного условия задача будет выполнить следующим образом. То есть управление. Все. Спасибо за внимание. До следующих видео. До свидания.